Саш, ну какие комментарии по поводу прошедшего матча с Волгарем? Какие впечатления от игры? Ну, комментарии, я думаю, здесь без лишних, да. Проиграли матч, я считаю, ничейный матч. Первый тайм не получился, во втором тайме заработали пенальти, реализовали. Где-то вроде бы переломили ход встречи, да, но, к сожалению, невынужденные ошибки, да, где-то я ребят не выручил, где-то не хватало нам взаимопонимания, да, вот, и проиграли матч. Плачевный итог для нас 2-1. Ну, ничего страшного, будем работать. Впереди игра с Енисеем. Я думаю, во что бы ни стало, нужно обыгрывать и возвращать все на круги своя. Саша, скажи, пожалуйста, один и тот же состав сыграл два разных совершенно матча с Шинником и с Волгарем. Я не знаю, с чем это связано, да, по горячим следам, наверное, Павел Пантелеевич, Игорь Ханкея, да, они разберутся, будет разбор. Как говорится, сейчас эмоции немножко утихнут, да, сядем спокойно, в спокойной обстановке поговорим. Первый тайм вообще не получился, да, повторяюсь. Во втором тайме вроде бы переломили, но, к сожалению, тут же получили свои ворота. И плачевный итог отсюда.